Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я встречаю самый счастливый день своей жизни. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что этот день будет для вас чудесным. Ну а теперь уникальное послание на 18 февраля. Вибрации. Когда мы хотим получить что-либо от жизни, нам стоит понимать, что для этого должны совпасть два фактора. Вибрация нашего «я», то есть вашей сущности, и вибрации вашего желания. Как вибрационно совпадают растения, вода, солнечный свет, бабочка, нектар и цветок и так далее. Помните, что подобные притягивают подобные. И для того, чтобы мечта стала явью, нужно сконцентрироваться на ней, а не на ее отсутствии. Если же этого не случается, то мечта так и остается мечтой, так как не происходит вибрационной связки. Желая получить определенную вещь или притянуть в жизнь необходимую ситуацию, думайте только о том, что вы уже владеете ею. Слейтесь с ней воедино, будто желаемое уже у вас в руках. Почувствуйте обладание ею как нечто естественное. Такая практика позволит вам настроиться на нужную вибрационную частоту и получить то, о чем вы мечтаете. И в течение всего дня обязательно проговариваем такие слова. Я готова принять помощь Вселенной, чтобы исполнилась моя мечта. Вот говорим несколько раз, сколько вы считаете нужным. И будьте уверены, что вы обязательно придете к своим мечтам.